Украшения для свадебного торжества на прокат. Если подойти к этому бизнесу творчески, то даже новичок не прогорит. Этот бизнес требует не только стартового капитала, но и хорошего вкуса. Ведь просто купить необходимые вещи для того, чтобы сдавать их на прокат, недостаточно. Надо их правильно подобрать, чтобы создать своеобразный ансамбль. Свадебные украшения могут быть как ручной работы, так и купленными на рынке. В первом случае услуги по их прокату, конечно же, будут значительно дороже. Чтобы бизнес приносил максимальную прибыль, можно заключить договора о сотрудничестве с компаниями, сдающими на прокат, например, свадебные автомобили или помещения. Они будут за определенный процент делиться клиентами. Сейчас очень модными стали выездные церемонии, которые требуют наличия очень многих предметов декора. И они непременно должны быть у того, кто занимается украшением свадебных торжеств. Стандартный набор для предпринимателей-новичков в сфере свадебных украшений на прокат – это украшения на машину, декор для зала, разнообразные вещи для конкурсов,